Всем, ребят, привет! С вами снова канал Happy People, счастливые люди. Хотим поздравить всех вас с Днем Святого Валентина, пожелать вам счастья, любви, радости, добра, чтобы вы всегда влюблялись, никогда не расставались. Ну и все, что желают обычно влюбленным. Я обычно краткословен бываю, вот. Но суть в чем, почему я показываю вам этот шоколадник в День влюбленных? Потому что это у нас шоколадный пирог. Вот. Я его сегодня подарил своей любимой супруге Галинке. Я хотел, значит, купить ей тортик шоколадный. Но что-то у меня по финансам немного не хватило. Не подрасчитал я. Пришлось взять подешевле пирог. Он стоит у нас 166 рублей. Ну, почти 170, грубо говоря. Тут 400 грамм. А почему именно шоколадный или шоколадный торт, как я до этого говорил, хотел купить? Потому что Галина Владимировна, у нас сладкоежка, очень-очень сильно обожает шоколад. Но сейчас она покажет и расскажет, какой этот торт и что он из себя представляет. То есть не торт, а пирог. Ну, что я тут могу сказать? Вкусняшка, мне понравился. Он по вкусу напоминает... Вот мы вот тут маленько его надкусили. Вот, он напоминает, ребят, значит, этот, здесь вот так вот, сверху шоколадная посыпушка, потом, значит, такой вот в виде шоколадной такой вот, я не знаю, как это называется. Типа бисквит. Ну да, на бисквит не похож, а такой плотный, такой сыроватый, шоколадный. Знаете, вот как-то помните, может, в советское время было пирожное картошка? Да, да. Вот, не такого, как сейчас его продают, картошка, угу. Совсем другой вкус. А именно вот как в советское время, вот такой вот вкус чем-то напоминает. Да. И на дно они вот так шариками сам шоколад вот так насыпали кусочками. Ну вот даже вот шарики. Да, есть, да, такие, вот да. Немножко. Сверху вот крошечка. Видно. Крошка, да. А здесь как от какао, само вот этот, как пирожная картошка, и там вот снизу, значит, шоколадные крошки. Ну такой вот он маленький, запах у него вкусный. Кстати, тут хоть и нарисовано апельсинами не с пахнет. Апельсинными нотками. Да, но в основном пахнет какой-то немного коньяком. Добавленным, да? Угу, такой, да. С коньячком, поэтому как бы вот очень люблю. Хотя коньяк никогда не пробовала, надо как-то купить, попробовать. Вот рожу, попробую. Вот. И ром еще мы хотим попробовать. Но это не к теме. Ладно. И вот такой вот, ну как бы в принципе, мне очень нравится. Я все люблю, что шоколадный, я все люблю. Поэтому советую попробовать. Для тех, кто не любит вот такое что-то сырое, в плане того же, как вот наподобие картошки вкуса, тому, конечно, не понравится. Типа клёклый немного. Да, немного получается. Как типа клёклого, недопечённого, грубо говоря, как мама бы моя выразилась, он бы не допёкся, моей маме бы он не понравился. Ну, не знаю, спросим её, как это её мнение, но, в принципе, нам с Максимом понравилось. Мы такое всякое такое любим. Вот. Мы очень редко покупаем, поэтому на праздники, поэтому нам кажется в диковинку. А цветочки я ей не подарил, да, потому что я для неё самый главный цветок её жизни. Да. Одуванчик. Вот так вот. Одуванчик. Божий одуванчик. Да. Ладно, ребят. Ладно. Еще всех раз всех с праздником. Пока-пока. Удачи. Любите друг друга, цените друг друга, уважайте. И будьте счастливы, как мы, happy people. Пока-пока. Пока.